21 очко, 6 подборов. Из 18, 8% ниже 50. Визерс опережает Лос-Анджелес Лейкерс и по количеству подборов. О-хо-хо. Еще одно чудо от Брайана Шо показывает Тайрона Лю. Да даже и времени показывать не было. Просто получил и сразу бросил. Вот Тайрон Лю показал, что он обороняется. И только Майкл Джордан. Получает удовольствие от игры. Джордан. И мы с вами тоже. Коби оставил Рика Фокса на растерзание Джордану и сидит, хмурит брови на скамейке запасных. Брайан Шо. Стас Медведенко. На кольцо не смотрел, а вот Брайан Шо смотрит. Называется поздно. Тайрон Лю, какая скорость. Браво, браво, Тайрон Лю. Обходит Лейкеров как тренировочной стойки. Ну, не совсем, я ошибся. 180 его рост. Даже 183. Но все равно маловат. Промах. Следует за промахом у калифорнийцев. И с мячом уже Вашингтон. Чужой половине поля. Стас Медведенко вновь опаздывает. Опаздывает на сей раз уже Куоми Брауну. Прилипает он к другому нападающему. Я имею в виду украинского легионера где-то на линии штрафных. Опять же сообщение в печати. Очень интересно тренируется. Он чаще занимается в индивидуальном плане и работает над каждым техническим приемом. Если это дриблинг, то это дриблинг на месте, либо на медленной скорости. Если это броски, то тут частые очень броски с помощью так называемой баскетбольной пушки. Когда сетка растянута под кольцо. Этот рассказ. Тренировках Майкла Джордана. Джордан бросает, мяч попадает в переднюю дужку. Пошли уже запасные вход. Карим Раш вышел у Лос-Анджелес Лейкерс. Вот он с мячом. Голливудская левша. «82-70, 8 минут 50 секунд. Ну что, Фил Джексон уже не верит в то, что можно выиграть. Медведенко против Коми Брауна. Неудачно оборонялся. Теперь Брайан Шо. Уже в нападении. Проход, бросок левый, укрывал мяч от центрового, поэтому без помех набрал 2 очка. Коми Браун буквально освобождается от мяча. 8 секунд до окончания владения и Майкл Джордан. Спектакль. Бенефис Майкла Джордана. Шоу одного актера. Станислав Медведенко. Хорошо подготовлен физически и вдобавок бросает неплохо Стас Медведенко. А теперь пас, который был перехвачен. Да нет же, ну уходит
Итак, мы продолжаем. 86-74 с мячом вашингтонцы. Тайрон Лью отдает Стокхаусу передачу. Получает ее обратно. Теперь уже мячом владеет Кристиан Лейтнер. Лью не попадает. Медведенко первым оказался у мяча. 86-74. Лос-Анджелес на чужой половине поля. Раш отдает Медведенко. Потеря. Чей мяч? Коби Брайан. Против Брайана Рассела. ...86-76. Плюс 10 для вашингтонцев. И если так и будет продолжаться, мяч будет таким образом просто вышвыриваться в сторону кольца, как-то бездумно, по-моему. Это может печально закончиться для хозяев площадки. Ларри Хьюз не сконфузился от плотной защиты калифорнийцев. И вновь промах. Теперь уже от Стокхауса. Брайан. На Брайана Шоу. Началась погоня, по-моему. Мне кажется, что при наличии Роберта Ори, Брайана Шо, того же Коби Брайанта, того же Рика Фокса, в общем-то, такая тактика «бей-беги» не оправдана. Майкл Джордан. Я вам говорил, что ни одного прохода. Посмотрите, как он набирает свою результативность. Легко и непринужденно. 24 минуты на площадке. Из 13-9 такое соотношение бросков и попаданий. Общий процент точности все-таки у Wizards лучше. 47,2. 42 у Lakers. Трехочковые. Wizards сегодня ни разу не бросили издали. Из чего они складывались? Бросали по многу и почти все. Дерек Фишер два раза, Роберт Ори два. Один раз Дуан Джордж. Матч продолжается. Брайант накрыл Майкла Джордана. Роберт Ори против Куми Брауна. Две пятерки друг против друга. И Брайант Шо, что я вам говорил? Я предупреждал вашингтонцев и их болельщиков, что все может обернуться печально. Печальным исходом. И вновь перехват. Хаос в нападении, неразбериха в защите. Таково состояние Вашингтон Визардс. Коби Брайан. На Брайана Шо. И вновь отпускает этого малыша. 84-88. Всего лишь 4 очка осталось набрать подопечным Фила Джексона. Он, кстати, безучастен абсолютно. На самотек все пустил. Не мальчики все-таки. Трехкратные чемпионы. Должны сами разбираться. И вновь не точно. Торопятся, как мне кажется, Wizards в атаке.
Секунды на 8-10 ее завершают. И Майами их не достанет. А вот до Бостона им далеко. В случае победы 3-3. Значит, Вашингтон в случае успеха. В любом случае, пока остается тоже на 5-м месте в Атлантическом дивизионе. Если же Бостон проиграет, то они просто сравняются по набранным очкам и будут делить 4-ю строчку. Вот так вот. Защита, защита, скандирует МСИ-центр. Оригинальная передача Рика Фокса уходит в аут. Роберт Торри ее не поймал. 90-86, Вашингтон впереди. Есть шанс оторваться. Ларри Хьюз с мячом. Джордан бросит мяч. Хьюз сам проходит под кольцо и решает проблемы завершения атаки. Дерек Фишер с ним не справляется. Плюс 6. И 2 минуты 50 секунд. Цейтнот наступает для калифорнийцев. Дерек Фишер с мячом. Роберт Торри. Вновь неудобная передача. На этот раз Ори все-таки обработал мяч. Коби Брайан против Брайана Рассела. Затяжной бросок с зависанием в воздухе. Плюс 2. 27 у Коби Брайанта набранных очков. Не точно. Коми Браун теряет мяч. Рик Фокс тоже торопится, но у него поспешность оправдана, поскольку нужно догонять, и времени на это осталось очень мало. А вот кто гонит Вашингтон Визардс, не знаю. Промах за промахом следует. Смазали концовку и общее впечатление от игры Визардс, как мне кажется. Дерек Фишер по периметру гоняет мяч. Рик Фокс проходит своего защитника, но неточный бросок. Остановиться, перевести дух. Нет, так Коллинз подгоняет. И сейчас продолжится игра. Дан свисток. Коми Браун выносит. Нет, это Рассел выносил мяч из-за боковой. Лифт-кейбл. Брайан Рассел все-таки. Пол в нападении. Ну, не прав, конечно же, форвард вашингтонцев. Играл буквально в корпус. Очень прямолинейно промахивается Браун забирает подбор. Сейчас будет разменена последняя минута. 15 секунд на завершение атаки у вашингтонцев. Стокхаус с мячом ждет партнеров. 7-6. Ну теперь уже ждать некого. Нужно бросать. Нет, Хьюз остался. Стокхаус. Нет, не Стокхауса, а все-таки Коми Брауна. Убрали легкий состав, выбирает Дак Коллинз. Ларри Хьюз обходит своего защитника. Ну что, последуют тактические персональные замечания или нет? Не дают свободно получить мяч Стокхаусу. Проход под кольцо, а на подборе кто борется? Борются Брайан Рассел и Брайан Шо. Нет, мяч уходит от Визардс в аут. Итак, 30 секунд. Проход Фокса под кольцо и фол Майклу Джордану. Очень много зависит от этого броска, и он его выполняет точно. 93-94. А вот теперь пошли тактические замечания. Какие-то считанные секунды до конца основного времени. Завершаться позже. Они выйдут. Знаете, игра продолжается. Потеря мяча калифорнийцами. Обидная потеря. Ключевая, пожалуй, сегодня. Ну и не вовремя промахивается Джордан. Он попадает вторую попытку. Ну и вот теперь задача практически неразрешимая. 4 очка ликвидировать за... Беру свои слова обратно. Минус одно после попадания Брайана Шо. И вновь фолы. Вновь на Майкла Джордане.
Теперь уже нарушает правила Коби Брайан. Шел даже до трехочковой дуги Брайан Шоу. Но за счет прыжка. Дотянул. А вот Джордан опять промахивается с линии штрафных. Ну, не клеится у него с первой попыткой. Зато второй доставляет по назначению. 98-90. Не прочь. И Дерек Фишер еще на площадке. Каждый из них. Роберт Тори. Да, да. Он делает это. Опять Роберт Тори. Я говорил вам, что нельзя играть в такие игры с Лос-Анджелес Лейкерс. Не давая даже шанса сетям на хотя бы одну победу в серии. Данк и попадание в следующей же атаке Джерри Стокхауса. Бросок, Брайана Шо так не дотягивает, а вот эта трехочковая бомба Роберта Ори может занять чуть ли не первое место. Всего лишь 3 секунды в распоряжении вашингтонцев. В общем-то, не так уж и много. Гол! Гол! Да! Засчитывает этот бросок. Фантастика! Как много можно успеть! Можно отдать передачу из аута. Показать, поставить заслон, отдать из рук в руки. Проход Джерри Стокхауса. И слэм-данк. Вот этот вот бросок войдет в десятку. Подсказка для тех, кто хочет выиграть у нас приз. Ну как здорово же было сыграно. Просто великолепно. Дак Коллинз мудрейший человек, а? Не торопясь, не спеша. Шаг второй. И для надежности просто сверху. Ни одного защитника никто не подстраховывает. Матч уже для калифорнийцев закончился. Брайан Шо смотрит. Коби Брайан тоже открыл рот и разглядывает, как Джерри Стокхаус проходит под корзину. Великолепно. Просто браво. Ну что ж. Пора, наверное, перейти к статистике. На мне. Нет, прошу прощения, о последних секундах идет речь. Что же произошло? Все говорят, ждали, что я буду бросать. Он рассказывает, Майкл Джордан. А прошел Джерри Стокхаус. И никто этого не ожидал. Такой рояль в кустах получился. Я играю так, как я умею, так, как я могу сейчас. Ничего, собственно, не придумываю. Я использовал практически все шансы, которые мне предоставлялись. Ну и, конечно же, он хвалит своих партнеров, что, в общем-то, они, несмотря на проблемы с фолами, здорово выполнили свою работу, и за счет